Тысячи жителей Берлина принесли сегодня цветы к могилам Карла Либкнехта и Розы Люксембург, двух героев немецкой революции. Коммунистические времена для жителей Восточной Германии давно прошли, однако в обществе жива память о двух революционерах, погибших в этот день в 1919 году от рук боевиков из отрядов «Фрайкорпс», которые позднее примкнули к нацистам. Роза Люксембург родилась в еврейской семье на территории современной Польши, тогда подконтрольной России. Карл Либкнехт, наоборот, чистокровный немец. Но это не помешало Розе и Карлу стать единомышленниками. Вместе они основали в 1914 году Союз Спартака, из которого затем выросла Компартия Германии. В 19-м, во время восстания в Берлине, Роза и Карл были схвачены и расстреляны. Теперь почти столетие спустя либерально настроенные немцы считают их не столько коммунистами, сколько героями, погибшими в борьбе с нацизмом.